Приветствую вас на канале Ask Mother Play. Мы продолжаем играть в Принц Перси Забытые пески. Так. Что-то я не понял. Хопа. Ладно. На. Так-то так, давай, собирай. Ой-ой-ой. Хоп. Ага. Вот так это работает. Да, блин. С легким паром. Давай. Проехали. Такс. Как-то не так оно должно быть. Ну-ка. Опа, успел. Так, ладно. Поехали. Так, идем. Перебор. На. Подожди, не сюда. Вот так. Нормально так. Что видим? А внизу как какие-то демоны остались. Что, блин? Воют, подвывают. Да блин. Да блин. Вот так. Тихо. Ни хрена меня куда вынесло. Та разбита уже, да, кувшин? Так. Так. Блин-блински. Так.
Фух. Да ё-моё. Всё. Пробежал. Прошел. Новый демон. На! Стой, 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 стой! А где он? Что, все что ли? Так. Не туда, не туда, не, ну не туда ты побежал. Вот так вот. Да нет, 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 не так. Подожди, подожди. Вот так вот. Забежали. Блин, как вы тут без лестницы обходитесь? Вообще, кто тут без лестницы построил? Вода, блин, в пустыне. Все жалуются, что у них с водой плохо. Да вот иди ты. Ага, вот так вот. А что его предупреждать? Эти сады — одно из чудес Персии. Кусочек дикой природы посреди пустынного царства. Они, оказывается, еще красивее, чем я помнил. Давай. Что не так? Наверное, просто совпадение. Хоп. Хоп. На. Блин. Теперь везде мне это надо будет делать. Так. Подожди, а куда мне дальше прыгать-то? Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 ползи, ползи. Вот так, блин, переполз.
Чё-то ты с ними еле справляешься. Рога еще не поросли у тебя? Малик! Я уже видел это. Надеюсь, он сможет выстоять. Да вообще не так. Статуя. На. Пойдем, куда ты тут уходил? Ну, вон там кто-то есть. Давай, 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 давай. Ну, он-то так не умеет, как я. Блин, по этим садам прыгай. Охренеть. Опа. Оп. Оп. Не так маленько. Оп. Вот так. Блин, надо привыкать к этой хрени. Вот так. Не так. Да, блин. Блин. И прыжок. Блин, так запаришься. Так. Хоп. Да не так. Вот так. Много-много потратил. Пошел. Давай. Блин, не так. Давай.
Вот так. Успел. Топоры, топоры. Опять фонтан. Ладно. А, тут еще и по мне стреляют в это время. На. Сам своими руками тебя. Хоп. На. На. Тихо. Тоже мне. Если ты одет как ассасин, это не значит, что ты ассасин. На. Еще, еще, еще. На. И подожди, вот сюда. Все. Так. Ползи, ползи, ползи. Не-не-не-не, подожди. И... Вот так. Так. Хопа. Хоп. Блин. На. Так вот. Такс. Да, блин. Давай, 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 давай. Вот так. Кто там? Ой. Нет, нет, нет. На. Ну-ка, верните ко мне. Давай. Расхренали вы меня туда-то. На. Не, не то, не то нажал.
На. На. Убил. Все. На. Хоп. Тух. 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 А, нет, все правильно. Тух. Давай, давай, давай. Вот так. Хоп. Восстановился. Блин, тут битв мало, но зато лазить вот это предостаточно. Наверх. Почему мне надо наверх? Ты-то какого хрена наверх идешь? Что тебе там делать? Как вы мост построили на такой верхотуре? Вы же не могли такой мост построить на такой высоте. Ой. Вот так. Хоп. Ага, вот так. Так. А куда мне там? А, все понятно. Мне вот сюда. Давай, давай, давай. Вот так. Давай. Вот так. Малик. Неплохо, неплохо. Давай, как горец. В конце останется только один. Ты еще и мост разрушил. Ты специально же эта тварь. Сам ходишь, разрушаешь здесь все. Падла. Вредитель. Давай.
А ни хрена, почему здесь не прыгаешь? Ты охренел, что ли? Так. Мне еще вас не хватало. Так, ну прыгните и нажмите, так что. А, вот так вот. Блин, еще и попасть на него надо. Охренеть, заморочка. Так. Рушь нахрен, мы уже привыкли, что ты разрушаешь здесь все. Ты вредитель. Че, так легко, что ли? Мне кажется, ты вырос. А вот и рога появились, говорю же, дьявол становится тем, которого я победил. Того, которого победил, вот таким же становится. Колючий такой же становится. О, нет. Малик, борись с ним! Не сдавайся! Все. Ну вы... Мне чё эта сценка-то, как вы вылазите? Всех перемоли. На! Да спокойно вы. На. Так, все, теперь мне здесь больше делать нечего. Могу отсюда сваливать. Да ё-моё. Давай-ка. Ну, двое осталось. Вот они, птички. Охренеть. Вот это билиберда получается.
Ну-ка, стоять. Ага. И... назад. Что-то не понял. А куда мне надо-то? Вот сюда мне надо. Так, назад. Вот так. Спускаемся, правильно? Тихо, тихо. На. По мордам. Так, ну а тут само все вернулось так. Сам прыгает в нужном направлении с этих гребаных птичек. А иначе бы не получилось бы ничего. А почему ты где-то встаешь, а где-то не очень торопишься? На. И вот здесь вот еще на. На. Хоп. Вот так вот. Ха-ха, вы-то думали, я с вами в шутки играю. Кому-то из стражников удалось выжить. Господи, я всего лишь махнул рукой. На. На. Да стой ты, вставай. На. На.
Да подожди ты. Да куда ты побежал-то вот? Подожди. Умоляю, не делай этого. Смоли, послушай. Ну подожди ты. На. Получилось? Ладно. Это не человеческая сила. Да. Что-то вы активизировались. Спокойно. Вот давай, давай. Да. Да. Вот так вот. Да ее твою мать-то. А сейчас мне прятаться-то негде. За эти уже не спрячешься. Разве была права? Его не спасти. Ну зато можно уничтожить. Город джинов. А как он во дворце-то оказался? Вот вход в город джинов. Как он во дворце оказался, этот вход? Гробница какая-то. Ладно. Так, 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 так. Ну, тут все более-менее понятно. Шевели батонами называется. Хоп.
Не понял. А, понял. Да твою мать, да давай быстрее. Нахрен. Давай. А, стоять. Надо собрать. Синие есть? Давай, давай, давай. Опа. Да все, я уже понял. Ну что ты не ползешь-то? Давай, давай, давай. Да. Блин. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Я убедился, что джины не очень-то гостеприимны. Очень негостеприимны, я бы даже сказал. Значит, надо было от мошек отмахиваться. Понятненько. Так, жизни мы только чуть-чуть себе вернули. А хотелось бы очень вернуть себе жизни. Вот так.
Мое настроение улучшается. Ну, лестница прикольно выдвинулась. Так, я как понимаю. Ну-ка. Опять туда надо крутить. Нет. Все, отпускаем ее. Накрутились. Так. Так. Не туда, подожди, не туда, вот сюда. Каскад появился. Давай. Давай. Нет, перебор. Так, теперь с тобой разберемся. Да не туда, не туда. Вот так. Прикольненько. Кто все это построил? Кто? Ну что, не люди, это точно. Мозгов бы, может, и хватило, не хватило бы мощи это построить. Поехали вниз. Нас ждет долгий путь вниз. Была бы картонка сейчас бы. О, какие-нибудь салазки. Я также хотел, но не так опасно, чтобы это было. Да не туда. Что за ускорение? Конечно, Рази забыла меня предупредить. Хотя, будь мне больше 1000 лет, я тоже не все помню.
Например, как обваливаются лестницы. Вообще, она должна была обвалиться. О! Ни хрена себе. Вот так вот. Вот так вот. Назад. Давай. Хоп. Пока справился. Назад. Да вот до сюда, вот назад. Фух. А как еще-то? Помер. Давай. Так. Блин. Все, помер. Ну давай, вставай, Калич. Охренеть вот это тогда. Назад. Да, блин. Вот так. Назад. А, вот ты как даже. Бля. Ну я уж понял, что не туда. Осталось-то вот всего ничего. Было бы времени побольше. Ой, времени, жизни бы побольше. Так. Но почему так-то? Вот так вот можно. Все, я понял, как в этих ямах. Только не всегда вот так получается.
А ты не туда развернут. Блин, блински. Нет. Я думал, перепрыгнуть ее можно. Оказывается, нет, не перепрыгнешь ее. На кого ты прыгаешь? Зачем? Я же не нажимал прыжок. Давай. Мне надо было прыгать там. Ну-ка, если вот так вот. Просто если теоретически можно вот так вот между этими пробежать. Ага, не получится. Да ни хрена не так. Да подожди ты. Блин, почти получилось. Так. Так. Мне надо жизни побольше. Да ни хрена не так. Ты что, сам там своевольничаешь? Тихо, тихо, тихо. Что-то ты... Ага. А здесь у меня так не получится уже. Вот так вот. Фух. С передячим паром. Блин. Все-таки можно перепрыгнуть эту хрень.
сказать, что лестница ненадежна. А что случилось? Она обвалилась прямо подо мной. Прости, город заброшен уже много веков. Я давно там не была, просто не подумала об этом. А еще о чем ты не подумала? Например, о том, как можно спасти моего брата? Ты пытался остановить его, невзирая на мои слова? Разумеется. Тогда ты знаешь правду. Твоего брата больше нет. Я знаю, что он не в себе. Почему его не спасти? Почему я должен верить тебе? Я ничего о тебе не знаю. И я мало знаю о тебе, сын Шараман, брат Малика. И все же я доверяю тебе завершить то, что начал твой брат. А тебе что за дело? Ты же всемогущий джин, чуть ли не бессмертный. Раташ тоже из рода джинов. Если мы потерпим неудачу, он разрушит все, что мне дорого. Все, что я поклялась защищать. Да кто ты так, все разрушено? Это царство тоже. А зачем тебе я? Почему ты сама не можешь? У меня своя роль. И какая же? Ты мне не веришь. Или просто злишься, потому что понимаешь, что надо сделать, но не можешь решиться. И то, и другое. Когда я был маленьким, мой отец часто уходил на войну. Это Малик вырастил меня. Как мне с ним сражаться? Ты будешь сражаться не с братом, с Раташем. Знаю. Но от этого не легче. Ты права. Раташ и его армию нужно остановить. Скажи, что делать? Город разрушен. Ты не сможешь ориентироваться там. Хотрота Ходра, Бетомида. Память. Я передала тебе свои воспоминания. Они помогут тебе увидеть город прежде. Иди, мы встретимся в храме. Мы встретимся снова. Пусть вечи застыли и кончился бал. Мы встретимся снова. Блин, один раз только собрать можно нахрен. Потому что дивизию. Я думал, каждый раз появляться будет. И как я с таким кусочком жизни буду выеживаться тут? Хоп. Прыгать он не может, но кувырок, но он может произвести. Так. Ну вот уже получше, уже можно дышать. И так я пришел-то посюда вот. Так. Давай. Ага. А вот теперь мы поняли, что-то за геморрой. Вот так. Да. Хоп. Эй. Да. Давай, в жизни со всех собрал. Что это за место? Город Рикем. Когда-то здесь жили Марины, сильнейшие из джиннов.
Ты увидишь, что осталось от его величия. А куда джинны-то делись? Куда? За этой стеной будет храм. Мы встретимся там. Мы встретимся снова. Пусть свечи сгорели и кончился бал. Мы встретимся снова. О. Давай, вот сюда. Опа. Я успокоюсь. Ну. Неплохо. Я узнаю тебя, но кто же остальные? Вожди четырех племен джиннов. До прихода армии это был один из величайших наших городов. Что здесь произошло? Когда Соломон основал свое царство, он заключил союз с четырьмя племенами джиннов. Вместе мы строили невиданные, дивные города. Что за города? Мы, мариды, двигали реки и строили акведуки. Вода несла в пустыню жизнь. Ну, акведуки я видел. Из нас был противен союз с людьми. Раташ возглавил недавно. Он ненавидел царя Соломона и поклялся уничтожить его царство. Раташ объединил свою силу с песком и ветром и создал армию. Это было чудовищное надругательство надо всем, ради чего мы жили, что мы создали. Царь Соломон и четыре племени джиннов вместе выступили против армии песка. Это была страшная резня. Врагов становилось все больше, ибо песку не было конца. Прежде чем мы нашли способ заточить всю армию внутри печати, много людей и джиннов погибло. Из моего народа немногие пережили эту битву. Они покинули город, поклявшись держаться подальше от армии, пусть и плененной. И теперь осталась лишь я одна. А почему ты осталась? Рекем стоит в огромной чаше, что питает город на поверхности. Я поклялась царю Соломону охранять воду. Без нее царство на земле погибнет. Конечно. Я не думала, что прошло столько времени. Я же говорила, что для джиннов оно течет иначе. Лишь когда армия освободилась, я поняла, что я потеряла. Разве? Разве? И как мне с ним биться? Он же охренеть, охренеть, какой большой. И у него изо рта воняет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нормально ты. У меня-то за что? Да подождите вы. Вот так вот. Я главное вас защитил, чтобы он вас не убил.
Ну давай. На! Ты в порядке? Похоже, мой чар не влияет и на мою силу. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Надо идти, пока не стало хуже. Отлично. Так. Ну перед этим-то подожди, я соберу тут. Восполню все свои запасы. Ой, страшная вещь. Вот так. Что у меня там с жизнями? Что-то чувствую, не допрыгну я до туда, да? Все верно, значит сюда надо. Так. Как-то выборочно эта штука работает. Так, ладно, спустились мы. Блин, мы что, сюда только идем? Из-за статуи? Пробежали. Так. Не хотелось бы попасть опять в неловкую ситуацию, но, видимо, попадаю. Вот так. Давай, 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 давай. Вперед, вперед. Вот сюда.
Так, а как нам попасть? Там еще статуэтка. Здесь я изучала государственные дела. Это было так давно. А я все пытался увильнуть от таких занятий. За все отвечал Малик. Как я объясню отцу, что произошло? Скажешь ему правду? Раташ убил твоего брата и пытался уничтожить царство. А ты спас его. Нам нужно идти. Нужно. Ниже есть коридор. В свое время он служил потайным ходом. Тебе придется пройти там. Осторожнее. Он защищен от непрошенных гостей. Не знаю, работает ли до сих пор ловушка. Наверняка. Мне всегда везет. Вот так вот. Пока нормально. Ой. Подожди. Не понял. А почему ты не делаешься? Ага, ты просто не это, где-то что-то глюкнуло, все понятно. Так. Ладушки. Пойдем, пойдем, пойдем. Так. Это делается. Ой. Вот так. Так, ну дверь-то закрыта. Вот так. Так. А куда дальше? А вот сюда дальше. Давай, 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 сюда, сюда. Не, нет, вот так. Подожди.
Хоп. Неплохо отодвинул. Вот так вот надо было. Ага. Через верх и вот так вот. Все нормально. Разобрались. Видишь, что я тебе говорил? Хотя ты меня не слышишь. Так, и как эту штуку-то мне обогнать? Давай. Что-то я понять не могу, куда мне здесь? Не понимаю. А, вон эту штуку, которая качается, поди. Нет, не туда, не туда. Все, подожди. Загрузить последний чекпоинт, да. Давай. Да твою мать. Не понял. А, понял. Вон оно что. Вот так вот. Да как так-то? Вроде шатается-то еле-еле. Тут сразу так-то и не увидишь. Назад. Да ё-моё. Так. Загрузить последний чекпоинт. Ну-ка, с вас могу что-то поиметь, синие вот эти. Ой, по мне бомбят. Да
А, вы только на одном участке, все понятно с вами. Вот так. Ни хрена не так. Так. Давай. Хрен попадешь. Блин. Если ты меня слышишь, дверь ведет в святилище. Я открою ее, но сначала избавься от них. Да подожди ты. На. Могла бы помочь. Джин все-таки. Никакой помощи. Священный фонтан. Вот откуда город берет воду. Без этого источника он давно превратился бы в пустыню. Вот что я осталась защищать. Они посмели явиться сюда. Да.
Вот так. Все получилось. Опять ловушки. Могла бы я остановить. Вот сейчас ты их видела даже. Давай, давай, давай. Давай. Да твою мать. Так. Давай. Не, походу дела с этих ничего не имею. А нет, что-то или это с кувшина? Вообще, блин. Ладно. Хоп. Так, у меня все есть. Что на этот раз? Фонтаны. Прекрасно, прекрасно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!